Всем привет, с вами Артур, и сегодня мы начнем проходить пока что консольный эксклюзив, так сказать, на PlayStation 3 он вышел и на Xbox 360, на ПК планируется в 2015, и пока не вышел Assassin's Creed Unity, который я, в общем-то... Ох ты, спасибо, загрузка пошла. Не хотел, ну ладно, пока я рассказываю, начнем проходить. Не знаю, буду я ли делать полное прохождение Assassin's Creed Изгой, потому что... Но на самом деле сейчас выйдет типа инновационно новый этот Unity. И, ну как бы мне вот интересно поиграть в Изгой, потому что, как говорят, тематика Black Flag осталась, и Black Flag мне очень понравилась. Я, в общем-то, там собрал все штучки, какие только мог, и, в общем-то, ну, если вы захотите увидеть Assassin's Creed, этот изгой прохождения, то я запишу. Но в любом случае, официальный релиз Assassin's Creed Unity 13, поэтому не уверен, что я буду проходить изгоя в это время. Наверное, перейду на Unity, а потом уже этот закончу, если начну. И, ну, как бы, похоже, у нас начинается время ассасинов, очень много их сейчас выходит, ну, во всяком случае, два, потом у нас, наверное, еще Far Cry 4, ну, ладно, это уже лирика, давайте начнем новую игру, надеюсь, ну, я не знаю, даже имя, наверное, надо ввести, как я не люблю эту раскладку, клавиатуру, Backspace, да, отлично. Так, а где с большой буквы активируется? Ладно, мне не важно, с большой, с маленькой. Пусть будет коротенько и поехали. Не буду называть каналом, пусть так будет. Также, надеюсь, со звуком все в порядке, потому что давно не писал видео с консоли. Ну, как бы, вроде все настроил, а с этими картами захвата и подключениями может быть какая-то проблема возникнуть с микрофоном, потому что он то тише работает, то громко, то шумы создает небольшие. В общем, не все так просто. Музыка начальная меня радует в этой игре. Она мне напоминает... Я не помню, в какой части она играла. Может быть, даже во втором Assassin's Creed. Stay my blade from the flesh of the innocent. Да, игра на английском, но с русскими субтитрами. Ну, а графончик достаточно приятный. Ничего особенного, но, в общем-то, от PlayStation 3 что-то требовать не стоит сильно. I was a young man then. The Seven Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me. Коннор, наверное, бежит. I would choose to bear. My name is Shay Patrick Cormac. This is my story. Shay Patrick Cormac. И что, нам уже пора? Слушайте, тут без этих, как они там называются? А, нет, все-таки показывают, что надо нажимать вначале. Потому что я уже совсем забыл, какое тут управление, и... Но по деревьям он умеет бегать. Деревья примерно такие же, как и в Black Flag, и в третьем. Убийство в воздухе. Бу-бух! Как всегда. Admit it, I nearly had you. Really down for nothing, Shay. Плохо. And besides, no, that was just luck. I make my own luck, Liam. Ah, you've been saying that for years, but you're precious little to show for it. Or have you been spending it all getting out of trouble? Well, you know, trouble just follows me around. Let's head back. Come on, Captain Deliver Andre and his crew must have run into some trouble. Who knew meeting with smugglers would lead to no good? Ну явно движок Assassin's Creed 4, Black Flag. Весь интерфейс даже такой же.
I thought we were friends, Liam. We are, but this is business. Это меня даже радует. Опять же. Блин, я все хочу сундук открыть, он у него забегает. Немножко бесит. Слушайте, можно я спущусь? Там сундук остался. Я как любитель все собирать в этих играх. Не могу пропустить его мимо. И если уж будете смотреть это прохождение, придется смириться с этим. Хотя, может, мне в какой-то момент надоест, и просто пройдем. А потом я уже так для себя соберу. Ну, хотя вы можете написать в комментариях, хотите, чтобы я все собирал, или как бы желательно проходить только сюжетку, может быть, побочные задания и все. В общем-то, сделаю, как попросите, потому что, ну, надо, чтобы было и мне комфортно и интересно играть, и вам комфортно и интересно смотреть. А собирательство — это не самое интересное, наверное, когда смотришь. Ну вот, проблемы возникают. Так, у меня там еще один сундук. И, по сути, я думаю, я могу уже зайти в карту. Нет, на старт это не карта, наверное, на пробел. Да. Ну, в целом... Сейчас, наверное, осмотрим местность с высоты, и тогда сможем найти оставшиеся тут сундуки. И все остальное. Так, музыкальные вот эти штуки я не люблю, они улетают. И иногда, если не знать их маршрут, очень сложно поймать. Но тут, по-моему, простая оказалась. Ой, у нас всего пока 4 деления здоровья, это маловато. Так, ну залезай на... Чисто тут соберу, потому что ну, такая начальная часть, можно так сказать, смотрим. Но тут, кроме снежка и джунглей, ничего не изменилось. То есть, ну, теперь это леса, как в третьей части, снежок. Ну, в целом мне нравится. И, кстати, тут карта сокровищ. Насколько я знаю, тоже на кораблях всякие баталии. Ну, вот, кстати... Даже в начале пока вон корабль сейчас видно. Охота, как я вижу, вон зверь появился. Ну, охотиться-то я сейчас не буду, но... В целом... Северная Антарктика. Так, что у нас имеется тут? Ой, не очень удобно. Придется там в угол бежать. Иконка меча — это что-то новое. Так, вы нашли часть меча. Бла-бла-бла. Hurry. Best not keep Chevalier waiting. I'm so sick. Лишь бы эта точка не... Блин. Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph? Couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying?
It is Capitaine Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Them's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. Well then, feel educated! Viens, viens! Ну, подеремся, сейчас наваляем ему по-быстрому. Ой, какая великая контратака. А давайте его из контратаки ударим. А, боже ты мой, давай. Gentlemen, stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attack my vessel and force my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Shay and I'll free those smugglers. You treat your wounded. Take these. You'll need them. Tread with care, Shay. The Royal Navy be ready for us. Remember your train. Так, хотелось бы сундук и карту взять, но, наверное, тут я не знаю. Кстати, мне вот интересно, все-таки Антарктика. Буду ли я замерзать, если буду плавать в воде? Ready to teach him a lesson? They don't stand a chance. Where are your mates now, you filth rat? Not bad. Как же они быстро нас заметили. Ну давайте атакуйте. Попробую контратаковать. Это всегда проще, чтобы победить их. Примерно все то же самое. Он же видит меня, потому что голова все-таки. Ха, вообще не видит. Надо было их обыскивать, ну ладно. Где эта карта? Моряки, как обычно, поют. Ой, ну осталось только освободить контрабандистов. Еще есть, по-моему, я видел, но... Ладно, пойду к точке. Так проще будет. Или... А, их там, наверное, на корабле держат. Ура, приз! Люблю я ачивки. Да блин. Контратака работает через жопу. Ну или мне кажется... Уи! Прикольно, он залетает. Так как спуститься теперь на крюке можно? Ой-ой-ой, мушкеты. Saving those fellas for you. Very thoughtful. Maybe you were not completely useless, Shay.
Speaking of useless, those blockheads won't be needing this vessel anymore. Как мы быстро заработали корабль. You want her, Shay? She is yours. Now bring me back to my ship. Похоже, это будет наш... главный парень, которого нужно будет убить, когда мы станем охотником на ассасинов. I'm not so certain about their captain, but next to me you are the most experienced sailor in the Brotherhood, Shay. Игра мне нравится, такая расслабляющая, спокойная. Так, начали двигаться, Икс. Разгонимся. Я не помню уже, как управлять всем этим, так что надо за подсказками следить. Взгляд назад. Надеюсь, я тут проплыву. And her name's the Morgan. Morgan? That silly fairy queen who ruined Merlin, the wise? Oh, she's per. Так, двигайте R. Удерживайте L1. Хорошо. Надеюсь, не забуду. Надо закрепить это знание тем, что сейчас на нас кто-нибудь нападет. Больше всего я ненавижу собирать вот эти вот штучки, которые в море лежат. Потому что их очень много там, и до каждой надо плавать. Это не на острове собирать, на острове намного проще все. Вот тут собрать, наверное, эти можно больше. They will sink her! Let's put the Morrigan to the test, Captain Shay. Ready for battle, men. Ох, еще кого-то и защищать сразу. Ну сразу, просто замечательно. Сейчас попробуем. Это маленькие кораблики. Им наверняка Stop одного them, выстрела будет хватать. Do something! Так, ну вроде у нас все получается. My ship! О, замедленно как. Эй, чё они не попали? Все замедление виноваты, я знаю. Так, замедлиться надо. Бу-бу. Есть. Ну и сейчас еще один. Попробуем в него цепями кинуть, чтобы остановить. Нет, не получится, ладно. Блин, как же не очень. Надо привыкнуть. Все-таки легендарные корабли в Black Flag свалил. Хочу до города до какого-нибудь дойти и узнать, они тут большие или как в Black Flag такие, не очень. What course would you have me set, Shay? Time to report back to the mentor. Wouldn't you agree? Wise words, Captain. Wise words. Может быть, наш учитель Эдвард Кенуэй? Или как его там звали, я уже не помню. По-моему, Эдвард Кенуэй. Или мы сейчас в Абстерго попадем. What the hell did you do? It's some kind of dormant virus? Emergency. Shit. Hang on, I'm getting you out of there.
Sorry for the rough exit. Earpiece working, check. You were just in an animus. Animus, yes? You were using it to access a genetic memory file in Helix labeled Shay Cormac? You work for Abstergo Entertainment, remember? Any of this ringing a bell? Your session triggered something bad, and it's affecting the whole building. We need to find your boss. You haven't forgotten your boss, have you? Melanie LeMay, super chipper, overachiever? Here, take your communicator, check it if you got lost. Я не знаю, о чем она рассказывает, но я вижу уже отсылку к Far Cry. Far Cry 3. Да, заткнись, пожалуйста. Мне интересно посмотреть тут все. Rising Phoenix, Coming Soon. Блин, ну может быть, вы как-то хоть не будете копи-копи делать? Копи-пейпер. Ну ладно, пошли. И передвижение по Абстерго, как в Black Flag. Я бегать могу? Я не уверен. А нет, чуть-чуть побыстрее с Саладин. Ой, с Саладин. What the hell is happening? A file labeled Shay Cormac was booby-trapped with some kind of virus. Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. No, isolate them. I want to study these memories. But... With respect, Miss LeMay, this is not a request. You heard the man. Fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? Hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, you know, upgrade our security. Mr. Otto Berg and Ms. Violet DaCosta. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for the press. Do whatever they tell you to do, okay? Go team! Прическа у нее, конечно, ужасная. But you're the one who let the virus out, so I think it's only fair you help clean it up. Mr. Berg wants us to relive Shay's genetic memories. To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. Man, whoever designed this virus is a genius. Not only does it restrict our access to the cloud, it's adapted to fuck up the other operating systems that regulate building functions. Melanie, the elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? Damn, yes. I'll get a repair crew on site ASAP. There's a working area server on this floor. I guess it'll have to do for now. Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell. If Shay Cormac is who I suspect he is, then this temporary setback may provide us with an unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. И охранник там забавляет, он постоянно начинает выглядывать из-за угла, когда я тут нахожусь. Ну что ты хочешь? А, мне восстанавливать сервер? Ну конечно. Сейчас еще помучают этими разблокировками серверов. Наверняка тоже ничего не изменилось в этих мини-играх. Нет, похоже, изменилось. Так, значит, мне бы, так, а как выбор кольца, вот что мне надо. The assassins would have you believe that Al-Mualim was a great mentor who became corrupted with greed. And that he schemed with the Templars to acquire an Apple of Eden. I see instead a shrewd and cunning leader. A man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his conspirators in order to keep the Apple for himself. So that he could use it to enforce world peace. While it must be stated unequivocally that Al-Mualim was not a Templar, it is interesting to me that his vision of peace was more in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the same goal,
that of peace. Our only difference was how we chose to achieve it. Had Al-Mualim not been killed by Altair and allowed to carry out his plan, perhaps we would not be fighting now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for other assassins. Но вот эти вот штучки на тему того, ну как бы файлы, которые рассказывают о прошлых частях, а иногда... Ну свали, а? Не знаю. Так, извиняюсь, надеюсь, ничего не было слышно. Ну вот, что я говорю по поводу этих вот вставок, источники и так далее, всякие... Отсылки к другим частям, к будущим, бывает даже там текстовые. В прошлом Black Flag было по поводу этого Дезмонда Майлса много чего. Достаточно забавно. Ладно. Okay. So I'm not sure you're supposed to see that. Just, you should just get back to your animus. Ну, конечно. With the servers back online, you could, in theory, restore your co-workers' workstations if you... You know, feel like being helpful. And you could, in theory, find some more digital goodies if you, you know, feel like being sneaky. Ну вот опять странная хрень. Hey, one of your co-workers dropped his communicator by the elevator. If you see any tech lying around like that, grab him. There might be a clue as to who did this. Now that you have unlocked Shay Cormac's memories, we stand on the brink of a grand discovery. I know you must have questions about your new assignment, or about me. For now, all I will say is that Shay's story contains the answers. Shay will lead you to a greater understanding. Ну и что, это нас обратно вернет в Шея, нашего дурацкое имя. Короткое, но дурацкое. О месте Девонпорт, май 1752. It has been a long time. Achilles. Adewale, how go things in the West Indies? Very poorly, I'm afraid. Your countenance tells me we should discuss this. Come. Ахиллес из третьей части, Адевали из четвертой. That's Adewale. Еще who's a slave of не старый. And hundreds of his brothers in the West Indies. Ну, точнее, Адевали старый, а Ахиллес еще не очень. See? You join me for some practice? Soon. I've got other business first. Tell me what happened. It was terrible, Achilles. The ground shook. Так, ну что ж, думаю, на этом мы сделаем перерывчик. Для ознакомления неплохо вышло. Плюс мне надо проверить, как все со звуком. Надеюсь, что все в порядке. Ну и... Не знаю, посмотрим, будет ли до прохождения Unity еще часть. Может быть, да, может нет. Ну, как бы пишите, если хотите, я постараюсь сделать, сколько смогу. В целом время есть, проходить пока нечего. Evil Within я прошел, только залить осталось. Ну и, в общем, как-то так. В общем, увидимся в этом или в Unity в прохождении. Сейчас игр будет много, так что проходить есть что. Ну, само собой, Unity я буду проходить на ПК. Главное получить ключик, скачать и запустить. В общем, увидимся. Все, всем пока. До следующей части или следующего прохождения.